Все нормально, эта способность превращаться в частичную тень очень сильно нам поможет. Я не рассказывал, потому что думал, что вы даже не захотите меня слушать. Это легенда о семи мечах, которая существует с начала создания сил. Таинственный человек создал эти силы, чтобы мы могли противостоять злу. Однако, в процессе создания этих сил, мечи упали в котел с одной из самых мощных сил. И он пришел в то место, где можно было изъять силу из этих мечей. Говорят, он спрятал их в самом опасном месте, в Эндермире. Найден меч в теле. Не переживай, я знаю, где он находится. Где? Я могу контролировать эндерменов. Да. Да, нам повезло, мы первее наших врагов. Но нам нужно еще найти эти мечи. Давайте разделимся, я буду искать около вышек. Стив, ты ищешь на вышках. А ты, Алекс, ищешь на земле. Точнее, на эндерняге. Самое главное, не смотрите на эндерменов и уворачивайтесь от дракона. Хорошо, встречаемся в центре. Хорошо. Вот блин! Фух, вроде улетел. Хей, я нашел два меча! Я тоже нашла два. Я тоже два. Шесть мечей, где же седьмой? Он у нас. Так ты все это время хранил у себя этот меч и ничего нам не говорил? Я не знал, что он волшебный. Ну да, все же мечи светятся. Я как-то не задумывался об этом. Да. Ну что, так и будем стоять? Достань ты уже этот меч. Окей. Откуда он тут вообще? Я могу рассказать, откуда я его достал.
Насколько я помню, меня заперли в аду, и я не мог из него выбраться никаким способом. Однако, кто-то помог мне. Какой-то неизвестный мне через портал отдал бумагу и карту. На карте было указано место, а в записке было сказано: «Я помогу тебе, а ты потом поможешь мне. Доверься. Иди искать вещь, которая даст тебе преимущество перед врагами. И не забывай, ты можешь заманить Алекс, чтобы ее использовать в своих целях. Дэр Лор». Уж не знаю, кто это был, но я стал следовать его записке и карте. Карта вскоре привела меня в это место. Эта крепость очень была похожа на мою, но отличалась. И тут я встретил этот меч. Также я заманил Алекс в ловушку и с помощью нее выбрался из ада. Надо было помогать ночью. Портал? Что он тут делает? Энтити. Алекс, я тебя ждал. Сюрприз! Нет! Ну вот и все, конец вашей истории. А, нет, не ешь меня! Дебил! Ты думаешь меня победить кулаками? Ха-ха! Не смеши меня! Нет! Силой! Один меч против двух. Даже с одним мечом я сильнее тебя. Вы проиграете это сражение. Ты так думаешь? Я уверен. Хватит! Отдайте мечи! Нет! Эй! Идите сюда! Нет! Это конец!